нас идет третий круг игры, и очень много представителей из медицины. Четыре команды, это и Волга, центр, Кошвин диспансер и объединенная команда медиков. Очень приятно. Мне, как всегда, приятно, что медицинские работники здесь также присутствуют. Это команда «Белая ромашка», представители противотуберкулезного диспансера. И очень приятно, что играет сборная, вот она сзади меня. Сборная молодежного совета, организация объединения профсоюзов и Бурятии. Oh, come on.